Скворечника. Еще такой вот урожай сена. Это Андрей Устинов там с Алешей взяли. Вот так. Прокомментируйте, покажи. Где такое звание балерина, там все назови. А потом пройди, покажи, какая антенна у нас здесь. Да, вот здесь надо будет пройти и показать. Это внутри деревни. Люди с трудом асфальт могут сделать. А у нас покос. Позагляни. Это вообще не выскажешь даже. Внутри деревни покос. Посмотри, какая у нас лестница. Это лестница для колодца сделана. Тут куда ни глянем, но все непростое. Вот прокомментируй. Посмотри, это вот стену там строят. Там второй завезли доски. Все воруют. У Игоря Барабаша 200 килограмм солярки литров на неделе увели. А здесь вот это вот прямо внутри деревни. Видите, наматывают круги какие. Переулки там штук 5 таких. Это в огороде рядом мы не сеем. Не сеем и не жнем. У нас. Я показал уже. Людям это все интересно. Они расспрашивают и расспрашивают. Причем генерального плана никогда не было. Строили, как обстоятельства показывали. Ну, купили газель. Пожалуйста, гараж. Вот Андрей, видишь все. Крупным планом покажу. А раньше были только грабли. Грабли все эти годы. Это вот появилось года 3, может, 4 назад. Ни колодца, ничего не было. Сейчас все есть. Конечно, разбогатеть так, разбогатели олигархи, мы не можем. Неправильно. Богатеют люди за счет того, что умножается хозяйство, сын передает, от отца получает, от деда. И постепенно, благодаря труду, появляется больше тружеников, сыновей в семье. Вот. А работать по-настоящему будешь, разбогатеть трудно очень. Но все сытые, на костер картошки достали. Чё пришла? А, вот всё время впереди идёт, и что делает? Она впереди идёт. Ну ещё, ага. Вот она какая, постоянно. Да, дай бы, чтобы гладили её, а. Я пошел заниматься компьютером, вчерашний обрабатывал. Ладно. Витюшка. А он вылазит из этой. Дохнет. Кот исключительно красивый, но длинная шерсть. И она скаталась у него, вот как валенок голенище отрезать, такое у него на спине. И ничего нельзя снять, там кожа рядом. И он мучается, бедный. Вот он такой. Это мы его постригли хоть маленько здесь. Вот он лег. Нельзя взять даже. Невозможно взять. Вот она, один потник у него сплошной. Если бы кто-то взялся постриг, кота бы спасли. И ходит еще и ловит кого-то, он страдалец. Красота требует жертв. Ну. Слава Богу, за все.